Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Ну, как вы видите, сегодня у меня вешенки, и я хочу вам предложить рецепт, который просто обожаю. И называется он «Вешенки в сливочном соусе с моцареллой». Ну, приступаем к приготовлению. Итак, продукты, которые нам понадобятся. У меня здесь 250 грамм грибов вешенок, затем 200-граммовая пачечка обезжиренных сливок, 3 небольшие луковицы, 1 большая морковь, черный перец, и нам понадобится где-то примерно 50 грамм сыра моцарелла. Ну и немножечко соли, затем обязательно зелень петрушки или укропа. Все тщательно моем, разделяем крупные на более мелкие части и заливаем кипятком примерно на 5 минут. Морковь натираем на крупной терке, а лук нарезаем полукольцами. Через 5 минут кипяток с вешенок сливаем. Петрушку и укроп тоже измельчаем. В глубокую сковороду наливаем немного масла и выкладываем туда лук и морковь для обжарки. Отсаливаем и закрываем крышкой, чтобы овощи быстрее приготовились. Лук и морковка стали мягкими, почти готовыми, и это самое время отправить сюда наши вешенки. И сейчас мы это все подперчим. Грибы тщательно перемешиваем с овощами и оставляем прожариться примерно 10 минут. Добавляем к вешенкам петрушку и укроп. И сейчас мы все это будем заливать сливочками и готовить соус. Добавляем сливочки. И все тщательно перемешиваем. Все тщательно перемешиваем. Смотрите, какая красота получилась. И добавляем моцареллу. Перемешиваем все уже вместе с сыром. Посмотрите, какой сырно-сливочный соус получился. И без моцареллы тоже вкусно, но именно моцарелла придает вот этому блюду особый вот такой вот шик. Ну и отключаем огонь и раскладываем по тарелкам, пока это горяченькое. Вот и готово наше блюдо. Всем большое спасибо, что вы были со мной. И до новых встреч на моей кухне!